Сергей Викулов. Парад Победы. Такое площадь знала лишь однажды. Однажды только видела земля. Солдаты волокли знамена вражьи, что бросить их к подножию Кремля. Они, свисая пыль, мели с брусчатки, а воины в сиянии погон все били, били в черные их складки над раненым кирзовым сапогом. Молчала площадь. Только барабаны гремели, и еще шаги, шаги. Вот что такое русские Иваны! Взгляните и запомните, враги! Вы в них стреляли? Да, вы в них стреляли. И жгли в печах? Да, вы их жгли в печах. Да только зря, они не умирали, лишь молнии прибавлялось в их очах. Направо! И с размаху об брусчатку. И свастику, и хищного орла. Вот так. России бросили перчатку, Россия эту перчатку подняла. И видели, кто был в тот день в столице, на площади, она, лицом строга, подняв венец и меч, зажав в деснице, прошлась по стягам брошенным врага.